Продумать комбинацию ходов или изучить противника. До начала республиканских баталий считанные секунды. Участники хорошо освоили тонкости интеллектуальной игры. Словом, будущие грейсмейстеры борются за право участия на всероссийских соревнованиях. Исходя из того, что вы прошли отборочные туры, это значит, что вы уже имеете какой-то определенный уровень знаний и умений по игре в шахматы. На самом деле это очень сложная игра, во всяком случае я ее до сих пор так и не освоила. Поэтому для меня вы все просто гении. Я вам желаю успеха всем. Самое главное, это, как это не банально звучит, это участие. Потому что вы уже для нас всех победители, так как вы являетесь лучшими шахматистами в своей среде. Молодцы, успехов вам! Каждый свой ход они записывают, а время фиксируют на таймере. Соревнования по классическим шахматам в самом разгаре. Несмотря на то, что Мадина Даурбекова занимается этим видом спорта уже 7 лет, переживаний немало. Соперник сильный. Девочка играет в возрастной категории до 15 лет. К первенству я готовилась очень долго, потому что это турнир, который проводится каждый год. Мы знаем то, что он будет. Я готовилась, изучая какой-то новый материал, позиционно решала и играла на компьютере с разными игроками. В прошлый раз участвовала? Да. Полная тишина и сосредоточенность соперницы Мадины Ася Алхоева. Девочке было всего 6 лет, когда ее отдали в шахматный кружок. С тех пор игрушкам и другим развлечениям она предпочитает шахматные фигурки. За ее плечами множество наград и желание взять призовое место в этом турнире. В прошлом году я заняла первое место. Девочке 17 лет. Раньше еще... Мы ездили в разные города, занимала первые и вторые места. А у тебя есть какая-то стратегия? Есть, но я об этом мало. Республиканское первенство по классическим шахматам – ежегодная традиция для отбора на соревнования СКФО. Проходят они по круговой системе. Среди различных возрастных групп по 2 партии в день. В первенстве по шахматам принимает участие около 200 спортсменов. Состязания проводятся по швейцарской системе в 9 туров в соответствии с действующими правилами ФИДЕ. Появление вот именно такой площадки, как школа-лицей в сельском поселении Яндер, это большое подспорье для развития шахмат. Замечательная площадка для того, чтобы дети могли бы заниматься и получать знания и дополнительное развитие. Такого рода соревнования помогают развиваться, помогают им выработать опыт именно в шахматных соревнованиях, чтобы на больших турнирах они не терялись бы, они могли бы представлять нашу республику на достойном уровне. На протяжении последних лет ведется активная популяризация шахмат в Ингушетии. В образовательных учреждениях введены обязательные занятия. Среди тех, кто полюбил шахматы в школе, и Абубакр Харсиев. Сегодня он, как и многие другие, без группы поддержки. По правилам соревнований родителям присутствовать нельзя. Но это не проблема. Мальчика поддержали еще до начала игры. Во-первых, папа сказал, чтобы был опыт какой-нибудь. Даже если я не получу никакое место, он сказал, что в следующем турнире получит. Но если не получится сейчас, тогда наполнюсь опытом, потом буду ходить. Впереди у спортсменов острая и напряженная борьба. Сейчас все интеллектуальные силы брошены на первенство Северокавказского федерального округа. Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24.